Наверняка вам, как и мне, интересно, почему сзади меня находится бедрок. Честно, я сам не знаю, он сам тут как-то появился. Но я вам хочу показать необычную дырку. А все дело в том, что она какая-то странная. Смотри, там снизу находится вода. И давай мы рискнем и посмотрим, что же там находится внутри. А здесь только взгляни, как здесь все оборудовано красиво. И тут написано Fancy Shop. Все за $1. Подождите, это получается что? Это мой магазин? И тут есть какая-то странная дверь. Давай ее откроем, посмотрим, что тут. Топ-шмот. Давай-ка глянем, что находится в этих сундуках. И тут просто взгляни, одни донат-предметы. И, видимо, сегодня мы будем продавать это все за $1. И как самый обычный магазин, мы должны себе найти новых клиентов. Ведь у нас клиентов 0. Кто это делает? Давай с тобой откроем чат и напишем абсолютно рандомному игроку ТП в мой магазин. Все за $1. Даже топ-ресы. Копируем это сообщение. О, смотри, к нам кто-то телепортируется. Давай его телепортируем. Опа, это у нас Пандар. Давай напишем ему привет. И это не мое. А, это вообще хелпер пишет. Нет, стой, подожди, нет, не убивай, ё-моё, вот там, идем сюда, идем за мной, не убивай, да что ж ты меня бьешь, иди сюда, не бойся. Смотри, тут действительно находится магазин, читай, вот магазин. О, все, он понял то, что это магазин, и меня убивать не нужно. Что вам нужно из донат предметов? Все за $1. Да. Скажи то, что тебе нужен целый хороший сет брони, у меня как раз это имеется. Давай Танатоску, если есть, давай напишем $1, а мы с вами как настоящий трейдер прямо сейчас отправляемся к нам в магазин. Стоп, подожди, не в магазин, а на склад вещей. У нас же Танатоска тут где-то лежит. Да, вот она. Шлем Танатоса, нагрудник Танатоса, поножи Танатоса и ботинки Танатоса. Так, мы получили перевод нас на целых $49.05. Давай напишем. Мне нужен был только $1. Так, и скидываем ему всю броню, потому что она действительно настоящая. Все, мы ее отдали. И чтобы вы понимали, такой сет стоит просто дофига реальных денег. Заходим в донатный магазин, в раздел брони, и чтобы ты понимал, шлем Танатоса стоит 909 аресов, нагрудник Танатоса 1050, понож Танатоса тоже 1050 и ботинки Танатоса 909. Можно еще что-то? А что нужно? Давай спросим, все-таки как-никак это наш самый первый клиент. Не очень будет красиво, если мы его прогоним. Так, мы получили перевод на $49.05. А что нужно? Я не понимаю. Гнев богов. Так, хорошо. Отправляемся к нам на склад. Нам нужно срочно отыскать гнев богов. Если он у нас вообще... Да, у нас есть, кажется. Нет, это благословение. А нам нужен гнев богов. Да, взгляни, у меня тут его просто дофига. No. Давай мы ему скинем, 16 штук. Я думаю, ему будет достаточно. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Тут у нас и сопротивление, и огнестойкость, и скорость, и сила. Сейчас я вам даже продемонстрирую. Одну мы оставим себе, а все 15 штучек ему. И впишем все. Пока. Так, элитры защитника. Ладно, так уж и быть. Последний товар мы ему продаем. Элитры защитника. Вот они. И пишем то, что товаров больше нету. И скидываем ему последние элитры защитника. Чё за варп-читер? Кто мне это пишет вообще? Слушайте, ну мне кажется, что для первого клиента мы справились очень и очень хорошо. Давайте попробуем, наверное, даже позвать хелпера. А, подожди, вы хотите сказать то, что этот хелпер устроил целую тусню возле моего дома? Точнее, возле моего магазина? Ладно, это действительно немного странно. Он, видимо, продает донат-предметы за $0. Иначе я не могу понять, откуда такая большая конкуренция с моим магазином. Окей, у нас новые запросы. Давай мы его телепортируем к себе. Так, давай напишу ему привет. Только не смотри, пожалуйста, на магазин моих конкурентов, что он вообще творит? Ладно, видимо, он этих всех клиентов решил как ко мне закинуть. Пошли в мой донат магазин за $1. Кто туда еще спустился? Только он может, только ты. Пошли, идем. Давай, не бойся. Смотри, все цивилизованно. Написано Fancy Shop, все за $1. Так, и давайте мы встанем за кассу. Все-таки как-никак мы сегодня продавец. И напишем, что вам нужно из донат предметов. О, смотри, он нам написал привет. Все, мы с ним уже законнектились. Можно сказать, один и тот же язык выбрали. Можно гнев богов, если не жалко. И желитры защитника. Ну, наверное, и литры защитника. Ладно, так пишем то, что это все-таки уже $2 будет стоить. Все, мы отправили. И литры защитника у нас присутствуют, вот они. И он просил гнев богов. А, так подожди, он у меня и так есть. Так, все, берем. Смотрите, мы с вами получили $495, гнев богов, раз, и литр защитника, два. Я считаю то, что я хороший предприниматель, и меня можно устроить куда угодно в любой магазин. Мы обязательно выйдем в плюс. Если что, пишите мне во ВКонтакте. Смотри, он не верит в то, что он действительно получил такие имбовые вещи. И, ребят, я вам серьезно говорю, такие вещи стоят, ну, не один и не $2, они стоят гораздо больше. Как вам наш магазин? Да что за сужение, я не понимаю, почему мне это пишется? Топ, от души. Что-то еще? Скажи,
если не жалко, кто ты? Я волшебник. Ну, конечно, там на табличке написано то, что это Fancy Shop магазин, ну, допустим. A few moments later. Что-то мне подсказывает то, что там находится какой-то развлекательный центр. Просто взгляни на это. Так, как много покупателей? Что? О, рез сами по себе падают. Отлично. Так, нам нужны клиенты. Давай мы... Меня клиенты бьют, клиенты обижают. Все, кажись, бизнес у них прогорел. Вот не нужно было им продавать все за 0 долларов. Нужно было, как я, за 1 доллар. Поэтому мы с вами вновь открываем чат, выбираем абсолютно любого игрока и пишем ему ТП в мой магазин. И так проделываем абсолютно со всеми рандомными игроками. О, к нам кто-то телепортируется. Так, телепортируем. Это у нас как раз таки Тритон. Давай напишем ему. Привет, добро пожаловать в мой донат магазин. Все за 1 доллар. Я думаю, то, что он сейчас офигеет, то, что тут как бы магазина нету. Так, идем. Давай, пошли. Не бойся. Тут на самом деле вода не кусается. Идем. Так, мы ему показываем табличку. То, что это Fancy Shop. Все за 1 доллар. Надеюсь, что он прочитал ее. И нам нужно перепрыгнуть эту ограду. Надо было меньше есть. И спрашиваем, что вам нужно из донат предметов. Можно Танатоску? Так, ну напишем то, что 1 доллар, а мы с вами погнали на склад искать ее. А искать-то долго не пришлось. Вот она. Так, мы ошиблись. Нам нужно 4 доллара. 4. Все-таки 1, 2, 3, 4. 4 предмета. Это стоит, ну, 4 доллара. Мы с вами получили целых 50 долларов. Вот это я понимаю. Бизнес идет в гору. Так, скидываем ботинки Танатоса, поножи, нагрудник и шлем Танатоса. Если что, это, ну, я вам рассказывал, неимоверно крутые предметы. И давай спросим, как вам наш магазин от 0 до 10. Все-таки как-никак мы следим за нашей репутацией. Кто-то пишет GovDes. А, это он и пишет. Давай напишем Go. Только я зайду с фейк Дискорда и немножечко изменю свой голос. Мы с ним сейчас поторгуемся. A few moments later. Все, звонок ему идет. Я пока что с выключенным микрофоном. Он присоединился. Напомню, я изменяю голос. Алло, здравствуйте. Откуда у тебя это все? Я просто целый вайп это копил и вот... Завтра будет вайп, поэтому я это продаю вам. Еще что-то нужно, может быть? Смотри, а что у тебя есть еще? Слушай, ну много донатных предметов. Что вам нужно конкретно? Вы прям называйте. Минуточку, сейчас скажу, что... можно мне Окадемоса? Окадемоса, секундочку, сейчас проверим, есть ли у нас это в ассортименте. Окадемоса, верно? Да. Так, пока что не вижу. А нет, имеется. Nice. Так, смотрите, вы наш уже постоянный покупатель. Так, сейчас, секундочку. Это вам от нашего заведение просто. А вот за это 1 доллар надо. Не знаю, какая у него сейчас реакция будет. Вот, сейчас немножечко, я тут у меня. Это КД. Да ничего страшного. Ну, слушайте, я стал уже почти миллионером. Вам, может быть, еще что-то нужно? Сейчас, подожди. Оп, конечно, посмотрите, какие вам предметы так, нужны. Сейчас смотрю, что тут есть. Вы, кстати, уже на завтра готовы к вайпу? Я забыл спросить у вас. Я уже готов. Я уже подготовился. Я уже бронь там подготовил, все вот это. Угу. Это хорошо. Смотри, можно еще... Сейчас, минуточку, посмотрю. 2000 years later. Конечно, проверяйте. Опа. Все, сиди теперь, рассматривай. Элитрозащитника. Элитрозащитника, сейчас, секундочку. Так, ну, у меня вот остались... Нифига себе, спасибо большое. Так, к сожалению, наш магазин закрыт, это... Все, спасибо за то, что пришли. Окей. Я боюсь, что сейчас просто все товары у нас раскупят, ребят. Он, кажись, понял. То что тут можно действительно навариться на этом. А у меня как бы еще очень много клиентов должно быть. Все, спасибо. Он просто ливнул. Он ливнул, ребята. Я сейчас на всякий случай микрофон выключу. Я просто захожу в Дискорд сказать то, что магазин закрыт, и он просто ливает. Серьезно, подожди, давай. А он тут. Вон он, смотрите. Что-то там лазит, смотрит. Ну ладно, мы сейчас пойдем искать следующих клиентов. A few moments later. Ну а пока я жду игроков, я хочу вас попросить поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне правда будет очень приятно. Тебе не сложно? Да и займет это одну секунду. О, смотри, у нас новый клиент. Давай его телепортируем. Так, подожди, я ему писал. Давай напишем ему привет. Добро пожаловать в мой донат-магазин. Все-таки хорошо то, что у тех, ребят, бизнес закрылся, а у меня теперь конкурентов нету. Давай спускаемся. Не бойтесь. Тут все нормально, все по-честному. Так, смотрим то, что это донатный магазин, все за 1 доллар. На табличку. Ага, все, обратили внимание. Мы с вами так вот пролазим к нам, открываем наш магазинчик и спрашиваем, что вам нужно из товаров? Угу. Я понял то, что вы что-то хотите. Ну ладно, сейчас, секунду, давай мы ему схеним, наверное, элитрозащитника. Так, давай напишем 1 доллар с вас. А то я знаю, главное, чтобы не убежал с ними. Так, ну и как бы это самое, 1 доллар, пожалуйста, я вам элитрозащитника отдал. Они стоят... Ого, как
много. Чтобы ты понимал, заходим в раздел брони, и элитный защитник стоит 4000 арисов. Это неимоверно. О, нам перевели. Да. Слушайте, сегодня у нас, видимо, премия, ребят. Походу, пора открывать второй такой магазин. Так, давай за счет заведения ему что подгоним. Давай, вот все берут почти набор Танатоса. Вот, вот так вот скинем и напишем просто так. И напишем, товары закончились. Bye, он уже просто обливнул. A few moments later. Ну ладно, мы с вами не теряемся. У нас там еще очень много клиентов. А, у вас нет запроса на телепортацию. А как так-то? А где же все мои клиенты? Слушай, я тут так подумал, давай скрафтим себе вот этот верстак. А на верстачке мы с тобой скрафтим просто табличку. И здесь напишем то, что магазин все за $1. Nice. Просто посмотрим вообще, хоть кто-нибудь поверит в это. Или вообще уже перестанут туда спускаться. Вроде как нам кто-то телепортировался, принимаем. А, это снова ты. Давай напишем то, что магазин закрыт, прости. Опять же, я предупреждаю, что они могут скупить абсолютно все товары, и другим ничего не достанется. А, он, кажется, пришел нам что-то написать. Отлично, у нас новый клиент, давай напишем ему. Привет, добро пожаловать. А, подожди, у меня же где-то это было. Все, я ему написал то, что добро пожаловать в мой донат-магазин, он пишет. А? А, это не он пишет. А, нет, это он пишет, где магазин? Давай напишем за мной и проверим, прыгнет ли он за нами, либо же нет. Донатный магазин, так, летим, летим, летим. И да, он прыгнул, он прыгнул. А ты еще здесь? Почему у меня два Шрека в магазине? Что это такое? Так, Шрек, ты только, пожалуйста, не говори тут то, что все реально за $1 продают. Что есть? А что вам нужно? Все-таки как-никак мы дорожим нашей репутацией, Фанзи Шоп только тут. Тут Шрек, видимо, вообще даже слова не говорит, что происходит. Есть для PvP ресы? Конечно, конечно. Сейчас, одну секундочку, проверим. У нас что имеется для PvP? У нас есть меч Хаоса, меч Олимпа и очень много бафов. Давай ему вот просто 3 бафа скинем и напишем то, что с вас $5. Надеюсь, тоже другой Шрек это не сворует. Смотрите-ка, мы опять получили $50. И скидываем ему вот эти вот ресурсы. Так, Шрек, я за тобой слежу своими двумя глазами. Не расстраивайся, но я тебе уже много ресов подогнал. Давай спросим, что-то еще? Есть ДС? Да, есть. Можем пойти. Мы сейчас с этим чуваком пойдем в Дискорд, посмотрим на его реакцию в прямом эфире. Опять же, ребят, я напомню то, что я изменю голос совсем немножечко, чтобы меня было немного не узнать. Так, все, он мне уже сам решил позвонить. Алло, здравствуйте. Алло, здорово. Привет. Этот, а ты раздаешь ресы? У тебя все донат ресы, да, есть? Да, у меня много донат ресурсов еще осталось вроде как. Ну так, относительно немного. Ты Фанзи, да? Почему Фанзи? Я просто копил эти ресурсы и сейчас раздаю, продаю. А может, у тебя Пишет то, что я Фанзи. Ну, я согласен, похож, но я не он. Я просто очень много донатил, у меня ресы остались. Вот продаю за $1, завтра же вайп. А что у тебя есть еще? Да, ну, Танатоска. Ну, мне этот друг, вот... Смотри, у меня есть 16 золотых яблок Диметры. Тебе подойдет? О, за сколько? $16. Все по $1. Давай. Так, смотри, я тебе сейчас кое-что еще дам. Смотри, получается, я тебе даю... Смотри, получается $16 за яблок Диметры, $1 за доспехи, щит возрождения еще. И вот это только от нашего заведения. Я, кстати, понял, почему он понял, что я Фанзи. Потому что у меня там написано Фанзи. Кирку вот, притягиваешь удочка и магнит, и вот такая кирка. Тебе вот это еще нужно? Вот, еще транспортик. Тебе вот это нужно? Или что? Обмен. По обмену. А, ты мне просто это отдашь? Ой, приятно. Ну, и все, у меня товары закончились. Все. Я Фанзи. Вот это поворот! Я тебя знаю, это Фанзи, все. Я не Фанзи, я просто похож на него. Все, магазин закрывается. Спасибо, что были с нами. У меня товары закончились. Давай, удачи. Все, давай. Не, ну слушайте, мне кажется, бизнес наш идет в гору. У нас уже $13 000 и никаких конкурентов сверху. То есть, если мы телепортируемся, тут не будет никого. Хотя вон там какая-то бедроковая коробка, она меня немного напрягает. Но, тем не менее, мы с вами ищем новых клиентов. Для этого вновь мы пишем рандомным игрокам. Ну, к примеру, это будет вот это. Игрок ТП в магазин все за $1. Все дон шмотки. И теперь нужно проделать это со всеми игроками. A few moments later. Опа, к нам новенький кто-то телепортируется. Телепортируем. И давай напишем ему привет. Добро пожаловать в мой донатный магазин. Он пишет: ну и где дон шмотки? Так, за мной. Смотри, вот тут видишь, написано то, что магазин все за $1. Сам туда полетел. Вот это я понимаю. У меня тут чисто личная охрана уже. Вот это тоже уровень. Все в Фанзи Шоп. И все это происходит на Арис Мани. Давай у него спросим, что вам нужно. Здравствуйте. Давай напишем привет. Что вам нужно? Пожалуйста, нужно это отправить еще раз. Все дон шмотки? Да. Мне Танатоску и тотем Ариса. Ну, получается, с вас $5.
Ой, я не то написал. Где доллары? Вот, $5, не 5%, $5, пожалуйста. Все, отправил. Так, и побежали. Нам нужно найти Танатоску, и он там какой-то тотем просил. Что за тотем? Мне Танатоску и тотем Ариса. А, тотем Ариса. Хорошо, Танатоска у нас имеется, и тотем Ариса. Где у нас тотем Ариса? О, во, нашел тотем Ариса. Отлично. Мы получили от него целых $50, это хорошо. И скидываем ему все в этот уголок. Все, надеюсь, что он подберет. А, кто-то другой подбирает, я не понял. Кто это подобрал? Это кто-то другой спер! Не-не, мы дорожим нашей репутацией фанзи-шопа, поэтому давай мы ему напишем, чтобы он к нам шел. Иди сюда. А, я не могу, иди сюда, иди сюда. Нам нужно вновь взять целый сет брони, поэтому вот так вот ему скидываем, и он просил еще тотем Ариса. Все, и компенсация обязательно, нам нужно ему силы Зевса отдать. Держите, это вам компенсация. Что? Ну а вы что хотели? Вот такие вот магазины иногда бывают. Давай ему напишем спасибо за покупку. Ждем вас в следующем вайпе. Фриз? Нет, не фриз. A few moments later. Я зашел в свой телеграм-канал, на который ссылка есть в описании прямо сейчас на экране, и пишу сюда. Говорят, на 10-м грифе кто-то продает донат-ресурсы за $1. Может быть, вы успеете купить. Ну и теперь нам остается ждать, когда зайдут уже мои подписчики, и я напишу в глобальный чат то, что продаю донат-ресурсы за $1. И, возможно, кто-то из них успеет купить эти предметы. Ну и теперь мы с вами пишем абсолютно всем игрокам о том, что у нас тут имеется донатный магазин за $1. ТП в магазин все за $1. Все дон-шмотки. Так, и смотри, к нам уже телепортируется какой-то игрок. Давай-ка мы сейчас телепортируем его вот сюда. И напишем привет и добро пожаловать в донат-магазин все за $1. А я ему даже отправить не успел, он уже улетел в самый низ. Ну ладно, полетели за ним. Так, и давай ему напишем привет, что хочешь купить? Хочу full донат NFC. Так, ну давай ему туда напишем с вас $36. И мы ему сейчас соберем донат инвентарь. Так, только давай мы сначала вот это вот все вот выкинем, потому что у меня весь инвентарь этим забит. Так, что ему можно взять? Давай возьмем full set, вот это. Я не знаю, буду брать просто рандомные предметы. Мало ли вдруг ему что-то из этого пригодится. Вот это вот возьмем. Вот тут понемножечко. Давай вот так вот. Вот так возьмем. Так, по 32 штучки. Этой штучки еще возьмем. Давай крыло 8. Василиска возьмем, и что ему еще можно дать? Небесных ниток, и... Ладно, положим сюда. Все, у нас получается 36 различных предметов, и давай мы напишем. С вас $36. Там наши ресы забрать хотят. Ага, пошли за мной. Надеюсь, что сейчас их никто не заберет, а то вон там реально стоит кто-то. Он мне скинул $50 000, ты серьезно? Что? Ребят, 63 тысячи с этого бизнеса. Решайте сами, окупаемо, либо же нет. Давай напишем то, что да. Ну, он, кстати, даже не убедился в том, что у меня действительно магазин за $1. А, ну да, я же в свой телеграм-канал написал то, что я продаю такие ресы. Так, и чё? Так, все, мы теперь ему отдаем все эти донатные ресурсы. Что, кто-то как будто хотел... Что? Я не понимаю, как это происходит. У меня чуваки только что рез как-то своровали. Каким боком, вообще не понимаю. Ладно, сейчас я ему просто рез отдам и все. Чтоб все было честно, потому что там какие-то другие чуваки это подобрали. Вот по одной штучке этого скинем. Все, чтоб было все честно. Вот этого ему скинем. Вот это ему тоже скинем. Все, я ему скинул дофига ресурсов, и, по-моему, в моем магазине появились какие-то уже странные ребята. Ну, допустим, чувак с перевернутым скином или что это такое вообще. И, к сожалению, теперь в моем магазине нельзя даже спокойно находиться, ведь там теперь играют абсолютно все и убивают друг друга. К сожалению, магазин закрыт. Ну, а если вы хотите, чтобы я сделал еще раз такой магазин, то обязательно пишите об этом в комментариях и заходите на лучший гриф сервер, ведь совсем недавно тут прошел вайп. И я вам советую посмотреть вот эти два ролика, я вас уверяю, они получились лучше, чем этот. Ну, а с вами был Фанзи, всем пока!